играю в Brawl Stars. Да, ребята, у меня уже давно есть Brawl Stars. Я уже выпрекаю, прокачиваю, у меня целых 19 бойцов с 57. Я крутая. Короче, начнем играть. Мне кажется, что вот тут самый крутой боец — это Пенни, она просто... Вау! Пенни. Просто, это просто очень крутой боец. Я уже в эту игру не заходила где-то год или месяц. Точно не знаю, не считала. Тут появилось много чего. Вот, например, захват кристаллов какой-то интересный. Ну что же, поиграем. Так. Я уверена, что я выиграю. Я уже профессионал. Будем смотреть на крутых. Хоба, хоба, на, на, на. Ну, с кем не бывает? С кем не бывает? И мы возвращаемся и заносим всех. Почему я не попадаю на есть? Вот вам моя ультушка. Пердушка. В рифму. Уйди отсюда. Не мешай мне. На. Опа. Ой. Мне приятно. Все, мне нельзя умирать. Отойдите от меня. Все, я буду кричать. Я не выйду отсюда. Я не выйду отсюда. Пацаны, вы что, шутите, что ли? Есть! Надо было начинать, да. В смысле, блин. Пошёл. Пошёл его. Опа. 4, 3, 2, 1, 0. Я же говорила, я профессионал. А почему звездный игрок — это какой-то Максим? Я не поняла. Что-то не поняла. Ну ладно, пропустим. Так. Что нам дали за это? Ну так, нормально. Теперь давайте попробуем вот батабоя. Для этого я думаю, что нужно взять... Я думаю, что это важно. Ну что ж, начнём. Не судите меня, я давно не играла. Так, я в команде с какими-то вообще ботами, они вообще какие-то... Я не знаю, я лучше вообще здесь. Хопа, американка. Ой. Это была плохая идея выбрать этого бойца. Он очень слабенький. Помогите мне. А можно как-то выйти? Или нет? А ну. Опаньки, я обошла систему. Сейчас заново зайду в Brawl Stars. Ничем не будет, ничем мне не будет. Не хочу в это играться, не хочу. Сделаю потише. Я в кустах лучше посижу. Мне здесь нечего делать.
Давайте, пацаны, давайте. Я вот так вот, как крыса, буду стрелять. Опа. Иди отсюда, что тебе нужно от меня? Иди отсюда. Опа, опа, опа. Все. Ты что, тоже прятаться пришел? Нет. Опа, опа, опа. Опа, ой. Он как посмел вообще, он что, дебил, что ли? Ничего, пожалеть не могли, что ли, меня? Ну все, сейчас. Мы выиграли! Громче немного. Мне кто-то выключил свет. Я прокляну его. Такс. Кто-то взламывает мне дверь. Я сейчас ему скажу, чтобы он ушел отсюда. Пошел вон. Занята. Врывается, смотри на нее. Товар забыли оплатить. Я ничего не забывала оплачивать. Все. Смотри на них. Просто взяла у них пачку чипсов. И чего ж ты не заплатила? Так. Продолжаем играть. Так, что тут улучшения какие-то? А что надо делать, если улучшения написаны? Типа улучшать, что ли? Опа. А что, правда так можно было, что ли? Я теперь буду за прямо играть, он самый сильный. А что это? Что за девка такая красивая? Я ее тоже хочу улучшить. Я все хочу улучшить. Опа. Отлично. Вот еще вот этого улучшу. И вот этого тоже. Всех улучшу. Чтобы у меня были самые улучшенные. Вон еще вот эта штучка. Вот еще вот этот кольт. Опа, все, у меня все улучшены. А вот это вот что добавить? Это бас какой-то. У меня что, хроматический есть? Я не понял даже. Ладно. Я хочу того самого. Опа. Все, сейчас изобью того. Так. Хочется вот в ограбление сыграть. Короче, в ограбление сыграем. И будем заканчивать. Я думаю, что это не бас, я думаю, это лягушка. Я буду это лягушкой называть. В смысле? Меня не должны были убить, мне вообще-то самый крутой. Почему? Иди отсюда, сюда, сюда, сюда. Опа. Опа. В смысле, меня какой-то жердяй убил? Вот так он показал. На. Опа. Да я что, типа, блюю, что ли? Да почему? Давай, Бертуан, ограбляй. А что там надо, типа, вот это бить? А чего она не бьется? А, типа, она набралась? Понятно. Так. Блин, Алина, слушай, я хотела в кустах спрятаться.
Я эту чудо такой крутой боец. У меня такой есть, я тоже хочу тут играть. Эй, пацан. На, люблю тебя, брат. Я проиграла. Ну, сейчас мы их разнесем. Не дали доблювать. Если типа таймер закончится, мы все проиграем, что ли? Не дал мне убить, блин, эту коробку несчастную. Мы что, выиграли? Реально выиграли. А мы же ничего не ограбили. Ну ладно. Ну что ж, на этом чудесном моменте мы сейчас откроем бокс. Что же нам выпадет? Ко мне опять вломаются. Так, так, быстро, быстро, быстро. Нам ничего не выпало, ладно, на этой прекрасной секунде. Давайте закончим видос. Всем пока-пока.